Но мы постоянно едем то по России, то по Европе. И когда я Максима спросила, слушай, что ж мы едем-то, а когда же будем в родном городе на работе, он сказал, что у нас не было таких фестивалей такого рода, именно из Металлона. Сказал, ну, значит, будет. Когда Мария Саламатова пришла ко мне, это был, по-моему, середина апреля, значит, и говорит такая, мы хотим провести форум-фест. Я реально думал, ну, я говорю, ну, давай. Ну, как бы, думаю, нифига у нее не получится, честно сказать. Потом смотрю, она снова приходит, значит, ну, и как бы дело-то идет, идет, и потом раз, там, одно собрание, второе собрание, все так здорово. А потом, когда я видел этот результат сегодня, это вообще просто круто, конечно, было. Это памятник всем коровам, которые спасли Ижевск. Было очень много коров. И во время войны ижевчане выжили именно за счет коров, потому что, оказывается, они не только ели, да, они на коровах пахали вместо лошадей, которых забрали на фронт. Я, у нас никого не было. У нас всех и лошадей на фронт взяли. И мы все в основном работали на коровах и на быках. Но очень они у меня послушные были, очень они у меня хорошие были. Мы понимали друг друга. И у меня эта идея очень давно, когда у нас был Волков, я к нему все хотела сходить на прием. Почему, думаю, лось поставили, козий парк поставили, а почему моему рогатому нету? Они у меня заслуживают. Они у меня заслуживают с большой буквы. Я всю жизнь в душе держала, чтоб только мне поставить им памятник. Зойка. Основная задача фестиваля была, конечно же, вообще оживить сообщество, оживить пространство. Мы планируем проведение этого фестиваля в дальнейшем. Я очень надеюсь, что жители, оценив необычность, и наши ижевчане, ну, в душе поблагодарят создателей, организаторов этот, и захотят тоже что-то сделать. И, конечно, нужна поддержка, потому что, когда идет инициатива, когда идет она от горожан, от художников активных, которые хотят и себя проявить, ну, мы готовы поддерживать. Ну, вообще, сама идея. Но очень оригинально. Она фильм напоминает, живая, ставим что-то такое там, терминатор. Ну, очень необычно, и хочется почаще видеть что-то такое в городе. Ну, мне кажется, если всем понравится, то никто не будет ничего портить и будет стоять долго. Это очень интересно. Это же надо увидеть, чтобы из металлолома собрать все это. Очень чудесное мероприятие. Вообще устроили хорошее. Идея. Спасибо организаторам.